в анбаре. На ударников 3-4, и сегодня здесь Хэллоуин. Самые страшные монстры собрались здесь. Вот, например, вот эти девушки. Ты кто? Датская проститутка. Они пи***. Страшные. Ты ожидала медленный танец, а пришел я. А, подожди, парень. Это не твой парень. Нет. Он во френд-зоне, да? Да. Все, пойдем, пойдем. Какие планы на утро? Да, ты с кем-то в отель поедешь, да? Где твой образ? Никакого. Сама собой. То есть сама по себе ты страшная для Хэллоуина? Да. Какой у тебя образ сегодня? Я просто Гарри Поттер мертвый. Наконец-то у Гарри Поттера исправилось зрение после смерти. А хорошая сидит, да? Образ сделала, год готовила. Наконец-то нарисовала сердечко. Гарри Поттера, да. Такое дело, потому что это медленный танец, ты танцевала одна. Почему? Я всегда танцую одна. У нас здесь чисто это могила, короче. Это место могила. Ну, ты-то кто вообще? Я караоке. Я не знаю, что звукач, наверное, типа. То есть это самый странный образ на Хэллоуин, караоке, звукач. Я имею в виду образ тебе. Караоке звукача? Я даже не знаю, как это характеризовать, это внешний вид, просто мне понравилось. Я просто отпи***л перед баром, да? У нее правый глаз черный, у тебя левый. Как объяснишь? Чтобы нас различали гости. Она тоже проститутка.